Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Гудмен, и сегодня мы завершаем прохождение игры Сакра Терра Ночь Ангела коллекционное издание. Нам осталось пройти только бонусную главу, и мне очень интересно узнать, что же все-таки там будет. И я также очень надеюсь, что нам не придется разбивать бонусную главу, то есть прохождение ее не сильно затянется. Хотя, как правило, разработчики там халтурят, но... Так, куда это я в прохождение полез? Что-то я не понял. Играть, пройти бонус. Поехали. Смотрим. Так, а за кого мы играем? Я что-то не врубился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, где-то девять. Тут, по-моему, еще локация. 10 локаций, а там было 40. Ну, на часик, я думаю, затянется. Вполне может быть. Так, карандаш, он мне пригодится. Только чем его вытащить? Так, бумага. Мне так страшно. Дядя Рудольф велел заколотить все двери и окна. Так мы сможем остановить этих чудовищ. Мама говорила, что демонов нет. А они есть, они есть. Да уж, это точно. Я очнулся в клинике какого-то Морбили. Практически ничего не помню, только мерцающий свет, какой-то жуткий металлический скрежет и голоса. Страшный рык, как у демонов из старой компьютерной игры, и вопли. Нечеловеческие вопли каких-то несчастных. Но что тут произошло? Судя по обстановке, здесь не практиковали медицину лет 30. Все ветхое и заброшенное. Еще я видел испуганного мальчика. Мне нужно помочь ему. Бедный ребенок. Что изображено на его рисунке? Обычный ночной кошмар или болезненная галлюцинация? Как мальчик оказался в этом жутком месте? Я уже опасаюсь за собственный рассудок. Чудище мерещится на каждом шагу. Возможно, это действие в лекарственных препаратов. Непонятно одно, кто заколотил все окна и двери. Кому понадобилось это делать? Видимо, люди пытались спастись от какой-то внешней угрозы. Но от какой? Да уж, действительно, от какой? Так, что тут можно взять? Пинцетик пригодится. Ящики, должно быть что-то важное. Замок можно открыть только ключом. Кнопку какую-то нашли, и, видимо, тут все. Еще одна кнопка. И там что-то сверху я видел. Ага, надо тут, по-моему, отвертка. Так, идемте. Ух ты, прикольно. Так, сцена поиска. Нам уже знакомая, так что должны мы справиться, по идее, быстро. Вначале надо найти кошелек с деньгами. Ну, по-моему, кошелек есть, а денег нету. Если бы в жизни так просто было кошелек наполнить. Звезду-то я вижу, так... А где ж тут какую деньжешку взять бы? Какие-то монетки, может, где лежат. А вот купюра, пару баксов. Так, мушкет. Мушкет — это пистолет, типа. Так, ножницы, вот. Все-таки в этом плане здесь локации старые разработчики решили тебе немножко упростить, хотя, судя по локациям, по карте, которую вам показывали, по-моему, здесь все-таки, ну, много новых будет. Чисто ж как отправная точка, вот эти две, наверное, локации сделаны, а дальше... Дальше будет все абсолютно новое, и, соответственно, и поиск тоже. А это хорошо. Так, бабочка, зонт и машина. Машину я помню.
А вот зонд что-то я не припоминаю, чтобы мы искали, хотя здесь три поиска было. Странно, что я его не должен был видеть. Бабочку, да, я помню. А вот зонд. Где ж ты? Нарисован был. Было, да, вспомнил. Отвертка. Проводка дымится, но пока работает. Надо торопиться. Все, зачем тогда тут оставлять? Просто чтобы про проводку нам что-то рассказали. Ну, действительно так заколочено. Когда я появился здесь, по-моему, всего этого не было. Так, у меня как раз ровно 3. А пароля-то я не знаю нигде. Так, друзья, пароль-то надо пойти поискать. Карандаш я себе пинцетиком попробую. Ага. Вот и пароль. Так, буква R, медицинский знак, сердечко и чемоданчик. Так, буква R, медицинский знак, сердечко и чемоданчик. И снова никого. Сначала мне показалось, что за шторкой кто-то прячется, но это опять было наваждение. Куда же подевался этот загадочный мальчишка? Здесь должны были быть и другие пациенты, их вещи разбросаны по палате. Люди бежали в панике, но что стало причиной их страха? Неужели демоны? Поиск. Так, ключик. Господин алхимик, сегодня ваше дежурство. Присмотрите за порядком в палатах и лаборатории. Лаборатории, да. Веселого вам праздника луны. Так, и ключик я... Где возьму? Жгучая кислота. Эта кислота разъест любой камень, но может храниться в стеклянной колбе. Так, что-то поджигается. Что-то закапывается, потом перегоняется. Какой-то другой аппарат и со шприца берется. Все понятно. Нужен огонь, а для огня топливо. Тут, короче, нам надо сейчас будет пособирать кучу всяких предметов. Так, монетка еще одна. Открыть крышку пока нечем. А тут что? Не хватает детальки. Ну, я, друзья, надеюсь, сейчас не будут нас мучить поиском постоянным. Вот это признак некачественного бонусного дополнения, когда разработчики фактически все предметы дают искать. Хотя в основной игре тоже... Не прочь были так поступить, но будем делать скидку на стародревность этой игры. Ей уже более 6 лет. Так, какой-то пластырь или скотч, видимо, должен быть. Чем еще их склеить? Пластырь-то как бы, может быть, теоретически подходил бы. Я не вижу ничего. Может, потом где-то найду... А вот оно, слушайте, прямо рядом. Так, цифра 5. Роза. Вот, видимо, роза. Нота. Ух, ноту обычно сложно искать. Клаксон. Воронка. Воронка, перочинный нож, может быть, это корона и кирпич, и все, уже предметы больше не появятся. Корона, кирпич, грелка, домино, ракушка, свиток, нога, зубная щетка. Так,
Я точно помню. Такое домино, корона. Корона. Нога. Зубная щетка, грелка и кирпич. Но кирпич-то никак особо не спрячешь, видимо, как-то умудрились же. Я его до сих пор не вижу. А вон грелка под кроватью. А вот и кирпич. Зубная щетка. Зубная щетка, вот ты где. Так, ножик. Вот сейчас может быть ножиком. Так, нет, 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 не сюда. Где тут было эти батарейки? Так, батарейку нашли. Тут пусто. Видимо, надо вернуться в первую локацию и ключиком воспользоваться. Мозаика будет, скорее всего. Да. Еще одна монета. Это, в принципе, уже и делать практически нечего. Меняя местами фрагменты пазла, соберите рисунок. Тут получается медицинский знак, я смотрю, выходит. Вот у меня вопрос, а где его? Мне кажется, будет вот так. А тут будет так. И это все поднимется повыше как-нибудь. Может быть, даже и посередке будет. Нет, это будет, наверное, как-то... Это тоже не совсем логично. Ладно, не будем начинать с таких вещей. Попробуем пока вот так. Все-таки первое решение было правильное. Так, делаем по окружности щит какой-то. Нет, какой-то кругляшок будет. Мне кажется, середку мы что-то тут немного запудрили, да. Вот так будет. А, так ты еще и отмечаешься, когда правильно. О, так вообще так даже не интересно. Никакой сложности нет. Надо сказать, что в этой игре, конечно, головоломки, ну, очень простые. Проще просто уже, я не знаю, наверное, и не придумаешь. Подойдет вот эта игра абсолютно для любого возраста. Даже, наверное, для детей, хотя... Правда, текст здесь сложноватый, да и подача такая здесь не очень-то как бы простая и жестокости, ну, в чем-то и полезная, с другой стороны. Так, это рабочий стол дежурной медсестры. Судя по ее записке, с пациентами остался некий алхимик. Что это, прозвище или его профессия? Но откуда взяться алхимиком в наше просвещенное время? Наверное, это как-то медбрат, который попросту увлекается химическими опытами. Возможно, он увел пациентов. И что это за праздник Луны? Полнолуние, чудища, демоны. Я уже начинаю верить в вампиров и буку под кроватью. Тайный проход в шкафу ведет в подземелье. Там находятся остальные помещения больничного комплекса. Можно не сомневаться, мальчик, алхимик и пациенты шли этой дорогой. Удивительно, что я так никого и не встретил. Кстати, да, мы фактически... В ходе основной игры не видели ни одного пациента. Так, к воде нельзя подходить близко. Сначала нужно включить электричество. Ясно все. Что тут, я так и не понял. Угу. Ясно, надо что-то прикрутить, а потом сюда. Так, света нет. Операционной давно не пользовались. Все покрыто слоем пыли, а все инструменты изъела ржавчина.
Но тут кто-то был, и совсем недавно свечи еще не потухли. Так, ну вот что темно, так это да. Батарейка как раз у меня есть, но пароль это я не знаю. Так, возьмем-ка мы скотч. А тут какая-то ручка. Надо отсюда валить пока. Там, сюда. Так. Похоже на больничный морг или заброшенную операционную. Странная клиника. Не думаю, что здесь занимались традиционной медициной. Времени нет. Если я хочу спастись, мне нужно догнать алхимика. Он поможет выбраться отсюда. Как-то... немножко странно, мне кажется, думает наш герой. То он за мальчиком гнался, тут уже за алхимиком ему нужен. Хотя он его в глаза не видел. Вдруг это какая-то реально кликуха кого-нибудь. Так, ничего больше брать нельзя, но опять не пропало. Снимок. Небрежно сделано по сравнению с основной главой. Смотрите, вот очередная сцена, где которая должна была, ну если следовать логике всей игры, должна была убраться. А тут подбором не сделаешь тоже. Это снимок. Кстати, может быть, снимок поможет нам? Кто-то пока... Так, сколько монет? Сейчас я накидаю еще тут. Как часы получается, что ли? И сцена поиска. Ну, куда ж без нее? Так, звезда надо нарисовать. Так, звезда есть. Колокольчик. Готово. Бинт. Есть веник. Есть скальпель. Вот это не скальпель, скальпель. Петля. И петлю нашли, и графин нашли. И жука увиделись. Так, это нет, это тонометр. Больше похоже, хотя даже не тонометр. Бог его знает, что это. Стетоскоп. Вот стетоскоп. Месяц. О, повезло, что попался. А то можно так запрятать. Противогаз. Ну вот, сцены поиска молодцы. Я уже, наверное, какой там третий раз за игру... говорю, что мне нравится, как сцены поиска, хоть их и много, но они действительно неплохо сделаны. Так. Жидкий азот, а что ж мне с тобой сделать? Так, давайте попробуем, может, здесь. Мы смогли убежать от демонов. Дядя Рудольф настоящий алхимик и волшебник. Никто не знает Сократера лучше него. Так, мне надо монетка, монетка, монетка. Мальчик пишет, что алхимик, дядя Рудольф, спас людей от демонов. Теперь нет сомнений, этот отважный парень увел пациентов. Всех, кроме меня. Надеюсь, я смогу догнать беглецов, иначе меня догонят демоны. За колесом есть проход, надо попытаться остановить механизм. Вот так вот, друзья, напрасно я это все делал, ничего не поменялось. Так надо было мне пройти, так и надо. Жидкий азот и снимок, а что ж тут сделать еще с жидким азотом? Че странно. Пять, восемь, сорок семь. А это что, не батарейка, что ли? Вот, блин, батарейка разряжена. Батарейка разряжена. Так, а что у нас сзади осталось? Тут... куча предметов. Тут, наверное, азот-то не здесь, мне кажется, нужен. Тут, видимо, тоже все.
Ну и здесь, соответственно, тоже. Кто пытал этого Мишку? Какие-то извращенцы. Садисты, мазохисты, не знаю, как там их еще можно назвать. Явно недобрые люди. Так, друзья, давайте думать. Здесь рука, ну... Снимок-то где-то надо положить, и тогда, в принципе, можно увидеть. Но нигде мне не дают это сделать. Видимо, здесь надо будет положить. Так, пора заглянуть на карту. Получается, здесь в морге что-то можно сделать. Нет, не хватает. Эти две, мне кажется, пропущены. Значит, что-то с рукой надо сделать. Но снимок-то не вешается, я ж не могу посмотреть. Вот оно что. Вот, блин. Моя оплошность, не заметил. Опять осталось. Где-то остается, где-то исчезает. Вообще не понимаю этой логики. Так, новая локация. Остров Святого Лаврентия, обитель Сакратеры. Каменный монолит. Возможно, внутри что-то спрятано. Нужно его разрушить. Довольно пыток и издевательств. Ваши изуверские ритуалы нельзя назвать медициной. Прощайте, мы покидаем остров. Алхимик. Книга. Знаки зодиака. Еще одна книжка надо. Вряд ли кто-то знал про эту комнату, кроме алхимика. Судя по дневниковым записям, он частенько здесь появлялся, ставил эксперименты. Надо изучить их внимательно. Я уже узнал и еще узнаю много нового. Оказывается, Сакратера – это бывший монастырь или что-то вроде. Находится комплекс на каком-то острове. Теперь здесь расположена клиника доктора Морбили. Не знаю, как я сюда попал, но надеюсь, мне удастся отсюда выбраться. Да уж, очень хочется, Нак. Я только понимаю, что пока что можно, наверное, рычаг вставить. Может быть, там какая-то подзарядка появится. О, чувствую, что не появится. Так. На
наверное, самая сложная головоломка в этой игре. И то, видите, решается что-то около минуты. И... Так, хорошо. Появился свет. Батарейка. Удивительно. Никогда не знал, что этот прибор можно таким образом использовать. Так. Снимок повесим. 3-3-1-3-3. Вообще легко запомнить. 5-8-47, да. 5-8-47. И еще одна монетка. Это ради нее мы так старались. Видимо, да. Ничего тут больше нет. Надо глаз ему найти. Так, ну что, тут вроде бы все. Давайте двигаться сюда. Положим монетку еще одну. Давайте сцену поиска пройдем. Так, топор. Нету рукояти, да? Где же рукоять? Вот она. Ветка. Пропущу, пока не вижу. Рыцарь. Иски. Валан. Бусы. Щетка. Лев. Молоток. Так, ветка, замок, лупа, скалка, носок, рогатка, ложка. Вот ложка. Нашел эту веточку. Носок, а как же носок они тут прятали? Может, вот этот вот свернутый, хотя я сомневаюсь, да, это не он. Слушайте, мне это напоминает, какая-то, как мужик ищет свои носки, жена где-то положила, вот сейчас такая же ситуация похожая была. Так, слушайте, тут вроде бы все, а здесь... А, я ж пальцы эти, точно. Что-то не так. А, еще один раз. Так, 3-3-1-3-3. Так, сухой спирт. Это точно для эксперимента. И можно еще это воспользоваться. Ставьте книги на полках так, чтобы знаки зодиака шли в правильном порядке. Но это надо смотреть дневник. Овен, бык. Кто там, близнецы, что ли?
Уже, кстати, половина-то расставлена. Так, снизу весы, скорпион, стрелец, козерог, водолей, наверное, рыбы. Так, новый проход, очень замечательно. И так, и так, и так. Карты, все понятно. Давайте двигаться сюда. Как странно расположены пальцы. Нужно запомнить это. Уже сделали. Это подземелье тянется на сотни метров. Теперь я вышел к какому-то складу у подземного канала. Похоже, это обитель тамплиеров. Тут повсюду их символика. Это многое объясняет. Например, почему в тайном кабинете алхимика были книги об ордене храмовников. Дядя Рудольф увлекался средневековой историей. Так, спички мне надо для моего эксперимента. Пока что не с чем взаимодействовать. Дядя Рудольф сказал, что мы уплывем на корабле, а он откроет нам какие-то секретные ворота. Скорее бы, эта больница мне ужасно надоела. Мальчик пишет, что алхимик увезет всех беглецов на корабле, но сначала дяде Рудольфу нужно открыть какие-то ворота. Надеюсь, он знает, как и где это сделать, но он может не успеть. Что тогда? Кто спасет людей? Ну, мне кажется, что он, видимо, и не спас, потому что мальчик-то... Вначале охладить, ну, логично. Еще локация, чего уже мелочиться. Будь проклят Филипп и все капетинги. Братья, никто не должен узнать про эту тайную обитель. Спасибо господину магистру, мы успели построить это убежище и перенести сюда сокровища ордена. В катакомбах вы найдете две парусные лодки и провизии на месяц странствий. Но помните, кто-то из братьев должен принести себя в жертву и открыть царские врата. Да хранит его свет. Рогатина, сломанный меч. Получается, алхимик собой пожертвовал. Вот кто построил эти катакомбы и кому принадлежит этот парусник. Храмовники позаботились о своей безопасности заранее, оставив себе путь к отступлению. Они же придумали механизм ворот. Кто-то должен остаться, чтобы их открыть. Алхимик хочет пожертвовать собой, но я его опережу. Открою врата самостоятельно. Так, какое чувство самопожертвования у нашего персонажа, неизвестного, безликого. Так, ядро ореха. А может, это наш герой, слушайте? Уж так и не знаем, в принципе, кто, за кого мы играем. Вот, кстати, парадокс такой. Играем, а сами не знаем, за кого. Ну, здесь, конечно, куча мала. Куча, надо какой-то молоточек же, да? А щипцы, ну или да, такие специальные. У меня такие дома... Есть тоже. Для орешков. Вот такие вот, да. Скорпион, крыло. Боже, как же тут... Нет, тут я бы не буду так сказать, как обычно. Буду лучше... То, что увижу. Спираль, метла, крыло, спички, кисть, кораблик, рука, микрофон. Уж такая тут... Наваленная. Виноград и компас появился. И мушкет. Предметов-то много. Кораблик не могу найти. Где же этот кораблик тут делся, блин? Так, ладно. То есть метла, спички, кораблик, компас, виноград. Такие предметы вроде бы не очень сложные для поиска.
Только вот спички можно куда-нибудь запихнуть, и то вон удалось найти. Метла. Нет, это не метла. Вот же стоит здоровенная. Компас, компас. Так. И кораблик. Может, какой из бумаги кораблик они здесь сделали? Я его на него внимания не обращаю. Да уж, как-то... А, слушайте, вот же он, обалдеть. А чё-то я... Так, ладно, спираль. Что мы взяли? Сломанный меч и рогатина. Режешь? Отличненько. Достает. А вот и корабль. Невероятно, настоящий парусник. Если я все правильно понимаю, на нем находятся пациенты во главе с алхимиком. Но как мне попасть на корабль? Ведь решетка закрыта. Там, кстати, какие-то духи, по-моему, витают вокруг корабля. Это черная туча, дым или, господи, это же демоны. Очень весело. Так, давайте вернемся еще раньше. Мне... Сейчас-то я знаю, где это все положить. Ага, еще сцену поиска решили придумать. Ключ. Какое-то расщелине, что ли, он. Можно же банку перевернуть и все. Зачем? За глупость. Так, стакан, градусник. Градусник, перчатка, кость. Перчатка. Кость. А где же эта кость делась? Пропущу. Череп, масленка. Масленку-то я точно, глаз. Вот что мы здесь возьмем. Спички. Ай, пустышка, пластинка. Галка. Крестик, замок или замок. Спички, замок. Маска, кость, пустышка, крестик. Ух, справились. По две сцены поиска получается. Скорее всего, здесь на все приходится. Нет, масленку мы тут достали отсюда. Так, еще много чего осталось. Все, монетку еще положим. Рогатина и масленка. Жгут тебе надо. А
масленку-то где? Ага. Что-то как-то плохо я обыскиваю эти локации и постоянно какую-то сцену, с которой можно как-то взаимодействовать, не вижу. Так, маяк, что ли? Какой пугающий прекрасный вид. Царские врата все еще закрыты, и корабль находится в пещере. Возможно, алхимик сдерживает орды демонов. Я уже сделал выбор, останусь и открою ворота. А там будь что будет, поступлю так же, как этот бедняга с запиской. Другого выхода я не вижу, ведь иначе погибнут все. Нужно отремонтировать механизм и поскорее. Я верю, моя смерть не будет напрасной, и мы спасем скрижаль. Я открыл врата, а теперь братья смогут покинуть остров. Нужен рычаг. Еще одна монетка. Оп. Там, по-моему, явно больше надо было монеток, чем просто две штуки. Так, ну здесь вроде бы все, только вот это вот. Его не обыщешь. Так, молотая кофе. Бант. Колокольчик кукуруза. И веревка появилась. Фонарь. Венчик. Пестерня, веер. Паук. Перец. Так, это паук? Да, перец где-то я точно видел. Вот он. Пестерня. Виллы появились. Наверное, какие-то маленькие здесь будут. Вряд ли здесь. Хотя нет, настоящие виллы. Вот и наша монета. Опять этот бант, блин, так его и не нашел. Колокольчик, колокольчик. На колокол похоже больше. Шестерня. Вот может быть. И бант. Вот блин. С самого начала еще его никак не могу найти. Бант. Где ж ты тут? Охренеть, какой здоровый. Так, монету нашли. Двигаемся назад. По-моему, еще где-то одна монета, значит, пропущена мной, скорее всего. Блин. Давайте возьмем помощь. Так, это что, операционная? Она против? Это на поиск какая-нибудь может быть. Вот блин. Я ж сюда смотрел вроде бы. Так, шприц, резиновый жгут. Ну, шприц я знаю где. То здесь это надо было применять. Ладно, потом наберу, значит, резиновый жгут. Где-то что-то мне надо было с резиновым жгутом сделать. Так, ну вряд ли... Здесь пауков, а вот здесь вот. Так, катушка. Назад в клинику. Сейчас мы пациенту глаз отдадим. И что, он сейчас на монетку выдаст со рта? Нет, пробирка с реагентом. Значит,
этом мы закончили. Кислота. Которая что там делает? Какие-то камни там. И здесь уже все. Ну-ка, ну-ка, что там внутри? Охренеть, одна монетка. Ну, молодцы. Все, это, видимо, уже финал, потому что как-то так закрывают полностью все за собой эти дыры. Так, меняя монеты местами и вращая их по кругу, расположите их так, как показано на циферблате часов. Обалдеть, это ж сложная головоломка. Как тут сбросить? Я тут сейчас уже тут что-то намешал. Такая и трудная, но... Ой, молодец. Надо наоборот делать. Как так можно было сделать? Как теперь это делать? Как это скинуть, блин? Еще облегченный вариант дали пока что, ну хотя не буду пока зарекаться, не факт что облегченный. Ух. Так, там все. Тут все. Только смотреть. Здесь все. Получается, только здесь осталось. Все. Финал получается, больше не с чем взаимодействовать. Так это мы и есть, что ли? Точно. Ну и там есть кто-то живой, покажите хоть.
А кто меня привез? Все равно ничего не понятно. Вопросов больше у меня осталось, чем было после прохождения основной главы. Где пропал мальчик? Кто такой алхимик? Так я его не увидел. Кто управлял кораблем? Ни одного живого человека не было. Ни на борту, по крайней мере, а в корабле за штурвалом стоят, а на верхней палубе обычно что-то... Не знаю, бонусная глава как-то у меня такое противоречивое чувство вызывает. Головоломки даже немножко сложнее, чем в оригинальных. Ну, по крайней мере, в том плане, что они не решаются там за 10 секунд. Вот. Но вот с логикой сюжета я что-то... Может, что-то я не понял просто, не знаю. В целом, друзья, мое мнение такое. Игрушка неплохая, конечно, но... По нынешним, конечно, стандартам и меркам она во многом проигрывает современным проектом. Я не беру, конечно, графику или разнообразие там тех же сцен поиска. То есть у них, во-первых, не так много должно быть, по крайней мере сейчас так стараются сделать, не так много, их как-то стараются разнообразить. Но в то же время могу отметить, что вот именно вот эта подробность и доскональность сюжета, которая присутствует в вот этих записках, очень и очень радует, потому что сейчас разработчики зачастую просто есть дневник, в которых отображаются какие-то цели, что надо сделать, и больше ничего там не пишут. Никакие-то там пометочки, там что там, как произошло. Это, конечно, все дело вкуса, но мне кажется, что даже самому игроку, который, допустим, не может играть несколько там дней подряд в одну и ту же игру, он может там через неделю вернуться, почитать эту же записку и, по крайней мере, памяти восстановить какие-то события игры, то есть на том моменте, где он завершил. Хотя это все дело вкуса, естественно. В любом случае, друзья, большое спасибо вам за просмотр. Если вас заинтересовала игра, как всегда, ссылочку на нее я оставляю под видео. Скоро мы начнем прохождение второй части Sacra Terra. Может быть, там мы получим ответы на свои вопросы. У меня вопросов масса. То есть, как все-таки оказался наш герой здесь. Я думаю, что ответы на бонусную главу мы уже так и не получим. Кто такой на самом деле алхимик, откуда у него такие знания? И вообще, мне кажется, такой ритуал так просто провести нельзя. Так что, ну, посмотрим, что будет во второй части. Очень интересно за этим понаблюдать. Все, друзья, играйте только в хорошие игры. Всем еще раз спасибо за просмотр и до новых встреч!